И сказано было, кроме того, что эта книга даже не пишется для того поколения, которое упало из духовного уровня на наш уровень, а для того поколения, которое будет после изгнания, пройдет все метаморфозы, все страдания. То есть для нашего поколения. Наше поколение, когда обнаружится глобальность мира, глобальность душ, абсолютнейший эгоизм человека, абсолютнейшее его отторжение друг от друга, когда люди не захотят создавать семьи, рожать детей, когда у них будет возникать будет отреченность от этого мира, абсолютная равнодушие ко всему, они кунутся в наркотики, они достигнут такой депрессии, которая будет самой великой болезнью как бы мира и так далее. Вот когда человек достигнет такого состояния тупикового в своем развитии, да, он думал все время, что он придет к чему-то хорошему, и вдруг обнаруживает себя абсолютно обескровленным, что ли. Вот ничего не остается. Руки опускаются, ты не знаешь, что делать с собой и с этим миром. А почему вот тогда? Вот тогда эта книга раскроется. Она будет именно для тех душ пригодна. Не Библия и не все остальные там остальные книги, а именно эта книга по своей силе будет готова тем душам, которые через 2000 лет от написания этой книги снизойдут в наш мир, она будет готова быть ими, для них инструкцией.